На Ютубе просто все рассказывают, какой хороший они пресс сделали, а как они делали, хрен, не показывается. Всем привет. Короче говоря, будет такое вот видео большое, прям от начала до конца. Что надо? Ну, покупаете себе домкрат, или там старый берете, как хотите. Покупаете профиль. Ну, или вы там где-то там этот металл найдете. Если будете покупать, вот как я отдал за вот эти вот профиль, там в целом вышло 6 метров, 10-й профиль, я отдал там 2500 рублей, это 2020 год. Вот, значит, здесь есть нюанс. Вот мне его порезали, видите, один короче, второй длиннее. Я специально попросил, чтобы один мне порезали 310 сантиметров, а второй, соответственно, 290. Почему так? Чтобы вот это 310 сантиметров я распилил просто пополам и уже больше ничего там не резал. И вторая часть 210 сантиметров, 290 вернее, сантиметров, она пойдет на поперечные, на стол и на верхнюю опору для самого домкрата. Ну и сам домкрат тоже я сниму, как там, что там в интернете рассказывают, трубочку там ставить надо, чтобы он вертикально начал работать. Ну, все это будем делать, пробовать и так далее. Делаю я первый раз, но я думаю, все получится. Вон самки же я сварил, смотрите, как какие красивые. Вот. Кстати, видеоролик тоже на эти самки смотрите на канале, он есть. Если кому-то интересно, можете продублировать, а потом расскажете, как получилось. Так же, не так же, там с размерами, короче, с затратами. Все, подробный видеоролик, прям, как что делалось. Вот. Единственное, что я не снимаю, это сварку, потому что у меня нет фильтров, покупать я их не буду, я не сварю. Такой, за 4000 рублей. Отлично. Вообще вопросов нет, как бы, блин, ток подбираешь, там 90 ампер я обычно ставлю на третий электрод, там 80 на второй, да, и все, и погнал варить. Так, ну сейчас вот что первое надо сделать, это вот этот длинный профиль, распилить пополам. И тут еще есть нюанс. Я его померил, значит, он получился в точных цифрах 310,3. И смотрите, может быть погрешности на самой. На измерительном приборе, они тут, скорее всего, есть, видите, она загнутая. Поэтому будете отмерять отпил, отмеряйте с той стороны, если у вас такая же история, с которой вы и отмеряли изначально размер. Вот, значит, 3 мм, ну вот, если они действительно существуют там, если это не погрешность, то как раз это, в принципе, там толщина нашего распильного шва. Ну вот у нас диск, ну вот сколько, он миллиметр где-то. Ну, плюс-минус там колебания, шатания, ну, где-то вот 3 мм и будет. Соответственно, 155,15 мы отмеряем и прямо в центр, прямо вот, вот в центр вот этого вот мы и пилим. Прям вообще вот ну, по центру той линии, которую вы проведете. Ну, поехали. Видно, что они одинаковой длины, и это есть хорошо. У меня груда металла есть, я там нашел уголки, а вон они лежат, вот такие откуда-то где-то их когда-то сняли, это будут у нас ноги. Вот. Прежде чем варить, ну естественно зачищаем краску там, где будем варить. Можно использовать болгарку, я вам использовал такие круги. Вот они две у нас опорные стойки. Сейчас будем распиливать на равные части длиной 60 сантиметров вот эту вот нижнюю. Выдышу. Значит, углы здесь ровные по 90. Расстояние от сюда до сюда ровное 146.
Я вот такую трубу сейчас нарежу 62 раза из двух сторон. Прихвачу здесь, чтобы держал. Надо добавить немножко металла. Но без этого никак. Ему просто-напросто внизу будет не на чем вообще держаться тогда. Это обязательно нужно сделать. Вот, друзья, вот такой вот шовчик получается. Видно, что вот здесь я лучше проварил. Здесь я начинал только. Но варят они хорошо. Ток можно поставить даже поменьше, где-то на 110. Потому что очень сильно. И таким образом проварить все остальное. Провар. Проплавление идет отличное, хорошее. Просто все по кругу завариваем. И вот я заварил, получилось так себе. Сейчас вот провариваю здесь. Получается намного лучше, смотрите, шовчики. Красиво как бы. Давайте еще чуть-чуть почищу. Ну, в общем, как-то так получается. Все проварено электродами с основным покрытием. Я еще раз, потому что вам нужно держать нагрузку теперь. Будем заваривать. Значит, у нас профиль десятка, соответственно, между ними нужно поставить десятку, напиливаем из остатка. Напоминаю, что мы покупали 6 метров. Напиливаем и будем вваривать. Он на прихваточках, ну сейчас я его проварю также. Ну и все, можно будет дальше сверлить отверстие и собирать. Ну и что, проходит? Нет. А, она здесь разбитая немного. А вот это проходит. И сюда, ну, практически идеально. Ну, вот что получилось. Значит, я нашел вот такую арматуру у себя. Ну, на нее я и буду ставить. Покрасим ее, зачистим, разрежу пополам. Какие-то придумаю шайбочки, чтобы можно было вытягивать. Ну, и сейчас проделаем то же самое еще раз. Значит, на 20 сантиметров ниже. Ну, его вторая высота. Все, больше я не буду делать. Я на это убил 2 часа. На первую сверлежку, на вторую хватит. Все, дальше занимаемся, значит, полом. Его будем обрезать, просверливать и делать тоже упоры, чтобы оно все стояло. Зачем я прикрутил сюда болты? Дырки просверлил, все банально просто. Вот эти гайки надо приварить. Сейчас их будем приваривать. Потом оставим здесь еще у болтов гайки. Ну и, наверное, их тоже прихвачу. Вот что в итоге получилось. Вот так наваренные гаечки с болтиками. Может, это должно быть как-то по-другому выглядеть, но у меня получилось лично вот так. Как-то так. Сейчас поставим, посмотрим. Все это, конечно же, покрасится. Ну, с этими болтами, конечно, можно что-то поинтереснее придумать, но лично у меня получилось так. Вот смотрите, сейчас шатается. Значит, все как обычно. Выставляем. Берем ключик. Давайте вот этот, к примеру, да?
Ну все, вот он уже не шатается. Чтобы все получилось, естественно, все это дело надо замерить. Делаем 23-25. Раз. А, горячий. И два. Естественно, все это покрасится. Пора заниматься домкратом. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь просверлю. Здесь вот просверлю и так его приделаю. Но сначала надо будет разобраться с тем, как же он у нас будет вверх ногами работать. Наш каркас для пресса уже готов. Теперь переходим к разбору полетов по домкрату. Ну и здесь вот вопрос, как же открутить вот эту гайку. Ключа у меня такого нет. Свои тиски. И вот с помощью вот такой аштубензера. И прикрутить. Мне удалось его снять с места. Балки. Куда сейчас на полу лежит. Потом прикрутил. Ну вот теперь все, я думаю, что можно снимать. Я и свою. Вон туда, вон где шарик стоит, нам нужно будет с вами поставить пружинку. Получится ли сделать это отсюда? Я думаю, да. Я думаю, получится. Теперь нам надо поставить сюда вот эту ручку. Ну, в общем-то, какую-то трубочку. Так, друзья, вот так я сделал. Здесь все на герметиках. Все хорошо, отлично. Сборка. Домкрат работает, вот труба.
ключик такой, друзья, рекомендую. Очень интересная вещь. Единственное, что для таких мощностей уже не подойдет, это надо другую цепь, более мощный заряд мотоцикла, ну и трубку другую тоже. Не выкручивается вот этот вот шток. Все, вот он. Ну, видимо, он там завальцован как-то. Поэтому будем сейчас сюда вставочку колхозить для того, чтобы вот эту пружинку сделать, вот эту вот пружину, чтобы она подымала. Ну а вот здесь приварим, ну какие-то, я его уже покрасил первый раз. Вот эту вот штуку я запилил, видите, ну просто обычной болгаркой, потом подкрашу для того, чтобы не оставалось следов. Здесь приварил вот такие вот два штыря сверху, на которые будет одеваться это. Значит, вот эту вот трубу старую от Ланоса, по-моему, от Нубиры нашел. Вот это вот как раз по диаметру подходит. Сейчас отпилю, ну что-то с нее придумаем, приколхозим, чтобы одевалось. Вот такая получилась. Вот такое колечко из приемной трубы от Део Нубира. Значит, вот так оно вставляется. И дальше пружинки натягиваются. Вот, что-то не вставляется, вставлялось. Наверное, о, есть. Сейчас пружинки сделаю, посмотрим. Я чуть-чуть шток выдвинул. Можно еще немного. Ну и пробуем. Смотрим, как работает пружина. Поднимает. Медленно, но поднимает. Я не знаю, видно это на камеру или нет. Ну и все, считаю, что наш домкрат завершен. Вот такой вот у него рабочий вид получается. Я, ну и в конце, по скриптам, как говорится, свою дрель вот эту, все-таки я, вон она сейчас остывает, я на нее направил воздух. И сделал я еще несколько отверстий. Практика показала, вот это отверстие у меня все-таки будет рабочее. Помните, его у меня не было. У меня было вот это и вот это. А рабочим все-таки будет вот это. Потому что сюда, под этот, как его там назвать, шпиндель, шминдель, нужно ставить очень часто оправку. Ну и, соответственно, вот это расстояние под оправку. Как раз. Ну и так, чтобы прям уже наверняка, решил вот проделать еще здесь 20-сантиметровое отверстие. Поехали. Обязательно поверхность смазываем и поехали дрелим. Все, всем пока, народ. Всем удачи, успехов в строительстве пресса.